Привет, Сонь. Во что играешь? Привет. Геншин, конечно. Вот, смотри. Это Венти, мой любимый персонаж. Он, кстати, легендарный. А у тебя какой любимый? Я много слышала про Genshin Impact, но никогда в нее не играла. Серьезно? Это же самая популярная игра за последние 2 года. Так, Алена, это надо срочно исправлять. Давай расскажу тебе об игре. Давай. Genshin Impact — это приключенческая ролевая игра с открытым миром и качественной музыкой, удостоенной международных наград. Тебе предстоит пройти по волшебным мирам и разгадывать загадки вместе со своими друзьями. В начале игры неизвестное божество похищает твоего брата или сестру, и ты отправляешься на его поиски. Тебе надо выбрать, за кого играть, за брата или за сестру. Ты попадаешь в волшебный мир Тайват, разделенный на 7 регионов. Каждый регион имеет свое божество, культуру, архитектуру, собственных жителей, разнообразные ландшафты и свои правила. В игре часто проходят обновления, где добавляются новые персонажи, оружие и локации. Например, сейчас вышла новая версия 3.0, где добавлен новый регион — Сумеру. Сумеру состоит из пустыни и джунглей. В лесах Сумеру можно встретить необычных существ, например, живые грибы, похожие на животных. Также в обновлении появляется новый элемент — Дендра. Это последний из 7 природных элементов — стихий. Дендра управляет цветением, горением и катализом. В Сумеру можно увидеть новых персонажей. Тигнари — лесной наблюдатель. Калеи — Рейнджер-стажер. Ее можно получить в качестве награды бесплатно. Дори. У нее есть способность достать все, что нужно. Драгоценные камни, редкие травы и экзотические предметы. В Genshin Impact все персонажи качественно прорисованы, продуманы, имеют свою историю, стиль, харизму, характер и умения. Все они созданы в стиле аниме. Они милые и необычные. Герои могут бегать, прыгать, плавать, лазать по деревьям, пользоваться оружием, а также применять свои индивидуальные способности. Алена, для тебя и всех моих друзей Genshin Impact создали специальный промокод, по которому ты можешь получить бонусы в игре. Друзья, скачивайте Genshin Impact по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Genshin Impact подходит для iOS, Android, PS4, PS5 и ПК. Вы можете играть в одиночку или с друзьями. А по моему промокоду вы получите специальные стартовые бонусы – 60 камней истока и 5 книг опыта искателя приключений. Начните свое приключение в пустыне и оазисе Тайват. Я уже скачиваю. Вечером поиграем вместе? Конечно! Кстати, у меня для тебя тоже кое-что есть. Кукла? Да не пугайся ты так. Это пупсик, очень милый, посмотри. Ты что? Мне же уже 17 лет, я практически бабушка Хаги-Ваги, зачем мне пупсик? Ну не для тебя, а для твоей сестренки Ксюши. А, ну так бы сразу и сказала. Ксюша, иди сюда! Ты меня звала, Соня? Смотри, что тебе Алена принесла. Держи и скажи спасибо. Спасибо, Алена. Пожалуйста, пошли чай пить. Вот еще конфеты купила. Ну даешь, одни подарки. Пойдем. А что за пупсик? Купила его, что ли? Нет. Разбирала вещи и нашла. Алена, где нашла? В моей комнате. Ну что ты глаза сразу таращишь? Нормальная игрушка. Ну что, мне выбросить надо было, что ли? Жалко. Ты же знаешь, я подозрительно отношусь к любым найденным вещам. Но я же его не на помойке нашла, а в своей комнате. Выглядит вообще как новый. Если бы он был потрепанный какой-то, я бы тебе его не принесла. То есть это твой? Ну мой наверняка, а чей же еще? Значит, ты не уверена. Сонь, ну ты что, все свои игрушки помнишь? Раз в моем доме лежал, значит мой. Он как новый, был в коробке. Ну, коробка не очень, поэтому я ее не принесла. А пупсик отлично сохранился. Соня, а у нас есть молоко? А зачем тебе? Покормить ребенка. А, понятно. Да, в холодильнике возьми, только не пролей. Вот видишь, ей нравится. Ладно, извини, была не права. Ты стала слишком подозрительная, так нельзя. Алена, привет. Привет. Здравствуйте. Сонь, мы поехали в торговый центр купить Ксюше канцелярию и форму к школе. Тебе что-то нужно для колледжа? Да не, ничего не нужно. Ручки остались, тетрадки тоже. С шопером прошлогодним похожу. Ну хоть тут экономия. Да не говори. Ксюш, ты готова? Поехали за канцелярией. Да, готова. Соня.
Последи за малышом. Вот список дел. Ладно, мы пошли. Соня, положи его спать в свою комнату и укрой одеялком. Хорошо. Ну что ж, я пойду уложу малыша спать и вернусь. Какая ты ответственная. А как же? Спокойной ночи, малыш. Ну, и что там за список дел? Вот, смотри. Это Ксюша написала? Ну, конечно, а кто же еще? У нее красивый почерк. Ну, как ты думала, в третий класс пошла. Итак, список дел. Уложить малыша спать, рассказать ему сказку. Это важно. А сказку рассказала? Тут написано, это важно. Блин, забыла. Да и ладно, Ксюша об этом не узнает. Эх, Соня, Соня, зря я тебя ответственной назвала. Что это? Что там? Сказки? Это что, совпадение? Ладно, я прочту сказку малышу, так и быть. Но я очень надеюсь, что он обычная игрушка. А это действительно совпадение какое-то. Итак, малыш, слушай сказку. Жила-была на свете маленькая девочка, Алена. Я? Не перебивай. И однажды она нашла на свою голову странную подружку, которую звали Соня. И с этой девочкой постоянно происходили какие-то странные вещи. Уже происходят. Да нет, Алена. Это просто перепады напряжения. Слышишь, как щелкает стабилизатор? Ладно. А что дальше? Ну так вот. С Соней этой постоянно происходили какие-то странные вещи, и никто не знал, почему они к ней притягиваются, словно магнитом. Соня, что-то сзади тебя! Что? Что? А где игрушка? В смысле? Он только что тут лежал. Куда он исчез? Нет. Снова паранормальное явление. Может, с этим пупсиком что-то не так? Зачем ты его принесла, Алена? Может, это с тобой что-то не так? При чем тут я? Это же не я принесла его, а ты. Ну, он нормальным был до этого. У меня дома с ним ничего такого не происходило. Да, ты права. Но куда он исчез? Может, его кто-то похитил? Агент Глок. Возможно. Что будем делать? Не знаю. Соня, смотри, дверь в Ксюшину комнату открыта. Была закрыта. Точно. Мне все это не нравится, Соня. Что за чертовщина? Эту куклу притащила ты. Сама.
Это тоже Ксюшина записка? Не знаю, но почерк ее. Он стал больше. Список дел. Уложить малыша спать, рассказать ему сказку. Это важно. Качать на ручках, покормить, поиграть, делая это, чтобы успокоить малыша. Так, все, Алена, эта кукла подозрительная, возможно, даже одержимая. Нам придется от нее избавиться, скорее всего, сжечь. А Ксюша, как ты ей это объяснишь? Не знаю, потом придумаю, но оставлять ее в доме опасно. Да-да, ты права. Прости меня, пожалуйста, я честно не думала, что так произойдет. Ничего, Ален, возможно, дело не в кукле, а правда во мне. Но все равно от нее придется избавиться. Пойдем во двор. Блин, жалко пупсика, такой красивый. Ну, забирай обратно, раз жалко. Нет, спасибо, что-то не хочется. Вот, в этой канистре у папы бензин для триммера. Ты видела, Сонь? Кто ее качнул? Ведь ветра не было. Да, это точно паранормальное явление. Возможно, это Глок. Или эта кукла управляет... Она исчезла! Блин, что за фигня опять? Алена, срочно возвращаемся в дом. Ты уверена? Да, скорее. Закрой на все замки! А вдруг она тут? Нам надо понять, что ей нужно. Так, где записка? Делай это, чтобы успокоить малыша. Алена, я, кажется, догадываюсь. Нужно выполнять этот список дел, чтобы успокоить малыша. Совсем сбрендила? Почему все эти мистические существа требуют каких-то детских игр? У меня мурашки от одной мысли, что придется качать его на руках. Так, Алена, нам нужно как-то усыпить его бдительность. Мы сделаем это, а потом осуществим задуманное. Но он же во дворе. Ты предлагаешь снова идти искать его? Нет, снова начинается. Друзья, если вы хотите поскорее увидеть продолжение этого видео, то не забывайте ставить лайки и писать комментарии. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал и скачивайте Genshin Impact. Все ссылки будут в описании. А спонсоры моего канала это я, Соня, и Слава. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем пока! До встречи на канале Непета.